Всем привет, меня зовут Маша, вы на канале Цветанутая Я. Сейчас поливала цветочки на балконе, вечер у меня. И я подумала, почему бы мне подробненько не рассказать вам про все цветочки, да и самой посмотреть, потому что я сюда из-за работы редко захожу. И, в принципе, хочется рассмотреть всех поближе. Агланема Йинг-Рой, как-то так называется. Вот, на балконе ей стало лучше, по-моему. Ей здесь больше нравится. Так, это моя огромная орхидея. Старенькая, крупненькая. Вон какие корни. Где-то большой горшок. Так, это у меня этот... Ой, что-то там воды я налила много. Гибискус, по-моему, желтый. Он мне начал пропадать. Да, желтый, по-моему, надо там воды отлить. Что-то переборщила. Так, а потом агланема. Вот такая. Это ванила. А нет, это пинг аврора. Такая. Тоже он снизу облысела. Агланема мне не очень идут. Так, это мои... филодендрончики тут. Magic Mask. У меня очень много ее. Ну, что-то никто не покупает. И чувствую, я просто в один горшок все рассажу, посажу на зиму, чтобы было красиво, и все. А уже в следующем сезоне буду рассаживать и думать, может, кто-то еще захочет купить. Но в этом сезоне что-то не очень. Филодендрон. Как тебя зовут? В общем, какой-то он был непонятный сорт. Light yellow. Светло-желтый. Ну, вот, наверное, он и есть светло-желтый. Ну, вот, скорее, светло-зеленый, я бы сказала. Хотя вот этот желтый. Я вот его поставила на балкон. Думаю, тут света побольше. Ну, естественно, мои филодендроны Orange Prince, которые никто... и не забирает. Они меня продолжают радовать своими оранжевыми листочками. Надеюсь, будет нормально видно. У меня тут свет только от лампы. А дневной свет кончился уже, вечер. Так, здесь у меня... Ой, я даже не полила же эти эписцы. Они... Их нужно уже переукоренять. Я так думаю, что я просто начеренкую, и в конце лета их всю эту, все эти корни, вот это страшное, вот это вот непонятно что, повыкидываю. Оставлю себе черенки, укореню. Так, тут хоечки. Вроде никто пока тут не цветет. А, и внизу, внизу у меня фикусы. Как же мне нравятся вот эти фикусы. Дуболистный, такой миниатюрный. Листочки как маленькие дубочки. И очень медленно растет. Я бы уже давно его размножила, но здесь нечему размножаться. Немножко вот быстрее растет вот этот фикус Пумила. А нет, это Минима. А вон тот Пумила Вайт называется. Он и быстрее всех растет. Так, а Минима, он вот такой, вот такие вот листочки. Тоже симпатичный. Красиво смотрится. Кто ковер дерет? Кто ковер дерет? Кто ковер дерет? А? Очень. Балерина моя. Да, рекламная пауза моего кота. Рекламируем кота. Очи-пучи. Учи-пучи. Ути-пути, куда-то пополз-то на когтях. Так, мне позвонили, прервали. Так, фикус я вам показала. Кота показала. Это мои пеперомии, которыми мне некогда заниматься. Они тут что-то дикие какие-то стали. Растут как дикарки. Не сформированы вообще никак. Ну, некрасиво, конечно, вот это все смотрится. Не видно их особо.
Сюда я вынесла все свое ассорти с полок. Подумала, на солнышке, может быть, им больше понравится. Посмотрю, поэкспериментирую. Здесь хорошее солнышко. О, серебряный фикус. Смотрите, какой красивый стал на солнышке. О, прям красивый-красивый. Сильвер там чего-то. Пересаживаю потихоньку калатеи, потому что они у меня загибаются. Много померло. Вот остатки. От одной даже один лист просто остался. Так, это молодцом стоит. Это Варшевича. А лист у меня остался от Розео Сурбстар. Ту, которую в том году покупала. Так, это денежное дерево моих родственников. Как-то оно к солнцу повернулось. Надо развернуть вот так. И пошли мои... Ой, врезалась. Хоечки. Так, хоя мультифлора. Она распушилась. Я ее переукореняла, черенковала и укореняла в том же горшочке. И вот она распушилась, но пока не цветет. Еще молоденькая. Ну, она так считает. А я так думаю, что уже могла бы подцвести немножечко. Далее. Хоя глобулоза, да, у меня. И, по-моему, глобулоза была. Да, глобулоза. Так я и не обрезала тот черенок, который начал расти в сетку. Ну, кстати, можно выставить его на продажу, все равно обрезать. Вот такая хоя глобулоза. Так, это у меня цинамомифолия. Ни разу у меня не цвела, но вроде как она редкая. Такая вот. Какие листья красивые пошли. Так они были вот такие. Посмотрите, какая. Дальше. Хоя. Сиви. Джой. СВ Джой. Вот. Вот. Такие листочки. У нее листочки довольно крупные могут быть. Вот крупный. Ну, так как я ее обрезала, она пошла мелкие давать. Так, это хоя Ли. Она у меня цвела, но сейчас не цветет. Тоже буду переукоренять, делать пушистый, как мультифлору. Ага, у меня цветет, знаете кто? Как тебя зовут? Столько названий. Эсхинантус Мона Лиза. Цветет или отцвел, или собирается цвести. В общем, такие цветочки. По-моему, еще не отцвел. Такие вот. Фокус. О, невозможно одной рукой. Смотрите, фокус даже перестал ловить. Все, этому фотоаппарату каюк уже на стол. Так, в общем, вот. Да, может быть, темно ему, поэтому он не показывает. Ну, в общем, такие вот такие цветочки. Нет, он перестал даже ручная фокусировка. Вот, я сфокусировала. Так. Дальше эсхинантус мраморный. Мне его часто спрашивают, но он еще маленький. Я уже и так его обрезала. Хоя. Блин. Названия вылетают. Я вспомню. Просто на видео сразу забываются. Публикалис Royal Hawaiian Purple. Да, она темные листья с бордовой каемочкой. И сами. У меня тут еще капает вода, я поливала. И сами веточки, они тоже бордовые. Вот это не бордовые. Вот здесь видно, наверное. И опять же фокус не хочет брать. Вот та веточка, она бордовая. Так, это хоя полинейра. По идее, это полинейра брагет. Ну вот она когда как. Когда хорошая варигатность, вот смотрите, вот здесь вот. А когда зеленый растет, вроде на солнце вынесло.
Так, тут у меня... Кто? Кто? Карнозе Кримсон Куин. Я все белое у нее обрезала. В белый начала уходить. Все белое обрезала. И вот зеленое тут. Так. Листочки отваливаются. Мне кажется, я немножко заливаю. Тут кажется, что солнце тут шпарит. Поэтому я поливаю. А солнце-то особо не так уж этим летом и много. Так, это Хоя Каудата Суматра. Когда-нибудь дождусь от нее красивых цветочков. Цветы у нее обалденные. Так, вынесла на балкон свой бальзамин. Пусть хоть на балконе поживет. Ему нравится на балконе должно. Так. Потом здесь все мои пеларгонии. Я вынесла. Вот одна падает. Не падай. Так. Одна пеларгония собралась цвести. Мы потом посмотрим, как она зацветет. Я не помню, что это. По-моему, это красные розочки мои. Только что-то не помню, чтобы у нее такой длинный ствол был. Может, это не она. Скорее всего, она. Так. Это Хоя. Боюсь трогать. А название... Не помню. Так, Хоя Мирабилис. Мирабилис Сплэш. Такая вот, такие длинные листочки. Она пушистая большая Хоя. Там накручено много-много. Так, тут же у меня... Ох, какая красота. А как тебя зовут? Я, конечно же, уже не вспомню. Сейчас посмотрим. Так, Вилбор Грейвс, все вспомнил. Вот с вами пройду, хоть название повспоминаю. Хоя Вилбор Грейвс, смотрите, какие листья красивые. Если вы что-то разглядите, тут вот такие серебряные. Класс, мне нравится. Так, тут у меня суккулентный бардак. Это уличные суккуленты, я их так никуда не высадила. Они растут тут. Там какие-то детки. Тут какой-то... В общем, ужас какой-то. Но заниматься этим мне некогда. Я, конечно, перед ними извиняюсь. О, кротон. Смотрите, какой кротон. Кротон родственников. А это мой. Точно такой же. Ой, я его пересадила. Смотрите, как он быстро листья распушил. Длинные стали. Класс. Вот что значит пересадить, удобренец насыпать. Так, это генура. У меня тут повсюду уже расползлась. Тоже переукоренять надо. На солнышке ей нравится фиолетовый вот этот вот цветочек. Красиво. Так, мне кажется, кого-то пропустила. Вот это Хоя Ваетти. Очень медленно растущий сорт. Если вам нравится Хоя, но не хотите, чтобы они быстро росли, вот эту берите. Очень такая медленненькая. Ну, по крайней мере, у меня. Они, бывают выстреливают, знаете. Так, это без названия, но это что-то из... Как они называются? Ну, вот из этих. Публикалисов. Публикались длинные листочки. Цветет, похоже на карнозу, наверное. А карноза как цветет? Вот так. Посмотрите, как цветет карноза. Если фокус возьмет эти цветы. Ой, я вся в сиропе. Вся рука в сиропе от этих цветов. Класс. И запах тут обалденный. Сироп. Его можно есть. Вот так вот. Раз. Вкусненько. Он еще и
с запахом, как мед, прям с ума сойти. Так, с этой стороны я вам показала пеперомия арбузная. Решила поставить ее на солнце, потому что она у меня страшная. Смотри, какая страшная. Это еще ничего, это еще на солнце она стала отходить. Надеюсь, на солнышке она станет покрупнее и посимпатичнее. Ну, это ужас какой-то. Это как облезлый хвост. Так. Это хоя Росита. Тоже мне нравится, красивая. Ну, на ярком солнце у нее вот видно, листочки начинают краснеть. Вот здесь по краям потемнели. А, так, это хоя Фичи. Такой лист у нее. Это хоя Абавата Сплэш, насколько я помню. А, так. Надо же, как давно не смотришь, и названия все забываются. Тут у меня росточек дисхиди помирал. Ее посадила к хое, и она нормально это прижилась. И я теперь даже вытаскивать боюсь, потому что они отлично уживаются вместе уже много времени. Я даже пересаживала их вместе. Так, это хоя Каличина. Вот. Хоя Каличина, пушистые листочки. Как она у меня в рост подалась. Я ее трогать боюсь. Хотя надо бы, потому что если ее потом закручивать, она очень нежная. Она ломается очень быстро. Вот у нее пошел рост. Сюда. Вот отсюда. Хулиганка. Так. Кого еще тут вам показать? Грей Гост. Хоя. Смотрите, у нее цветоносик появился. Маленький-маленький. Может, что-то вырастет. СВ-406 хоя. Ну, тут непонятно. Такой листочек. И у нее цветоносов много. Она мне часто цветет. Молодец. А, это хоя Сьюзи Кью. Листья лодочки вот такие. Вот, наверное, более выраженная лодочка. Со мной долго спорили когда-то, что она ничем не отличается от Карнозы Кримсон Куин и еще там других. Но нет, у меня они все есть, и я вижу разницу. Это прям вот она отличается. Да, сильно похожи, но вообще хоя похожи часто друг на друга, но отличаются. Так, это у меня... Блин, почему у меня все из головы вылетает... Кринкл 8. Помню, что-то 8. Видите, вот лист горошинка, как стручок от гороха. Вот на солнышке какие выросли, красивые. Тут тоже они все разрослись, но мне нравится. Так, у меня адениум собрался цвести, смотрите. Скоро будет бутончик, надеюсь, он не отсохнет, как обычно у меня это бывает. Здесь я вам всех показала. Хоя Астралис Лиза. У меня начала длинная расти, и поэтому я ее замотала по кругу. Так, вот. Так, и осталось вот это, но название... Как же жужжат эти мотоциклисты. Название не помню, в общем. Такой вот листочек. Так, доставать отсюда невозможно, просто там все сломается. Тут тоже пара хоечек. Вот. Тоже название не буду сейчас вам говорить. Либо в предыдущих видео есть, либо в будущих будет. Так, в адениумах у меня вот такой вот вырос неколючий кактус. Смотрите. Я не знаю, как это называется. Суккулент. На солнышке ему понравилось. Из малюсенького росточка выросло вот такое вот чудо. Он у меня давно уже. Я его как-то покупала. Потом отдала родственникам.
А потом у родственников взяла же маленький росточек, сунула, и он вот разросся вот таким же. Круговорот цветов называется в природе. Так, ананас от родственников. Вот это мой ананас. Калерия. Калерия дома, конечно, не очень росла, а тут... Так, это что? Это что за лист? Это что за лист? Не поняла. Это что здесь? Фиалка, что ли? Что это за лист тут? Как будто фиалки лист, как будто... Я не понимаю, я не сажала фиалку к калерии. Я вообще так не делаю. Посмотрим, что здесь вырастет. Не понимаю, что это. Может, это калерия такая? Странно. А, это в землю, что ли? Что-то попало. И начало расти. Очень странно. Надо будет понаблюдать. Так, а это вот калерия. На солнышке ей очень нравится. Она становится толстой, красивой. Кисличка мартианская. Есть пристрой такая. Так, это она уже спит. Закрыла свои листочки. Так, прежде чем дальше пойти, вот здесь вот покажу вам. Это вот хоечки. Лакуноза эскимо. Маленькая. Продавать тут нечего. Просто ее часто спрашивают, поэтому говорю. Мегаластер, по-моему. Да, она у меня есть, вот эта вот большая. Вот это она, мегаластер. Это я от нее, по-моему, отсаживала. И еще вот такая. Я не помню название. Не буду доставать, извиняюсь. Очень далеко. Так, хоя Фаберже. На солнышке розовеют вот эти пятнышки у нее на листочках. Это хоя обовата обычная. Смотрите, какая красивая, мощная. И цветонос пошел. То, что цветоносы на хоях появляются, это ничего не значит. На самом деле они очень часто просто не процветают. Чуть-чуть ее сдвинешь, чуть-чуть что-то там ей не понравится, все. Цветонос отсыхает. Так, это у меня... Моя колумнея. Посмотрите, какая красавица. Так, это у меня опять кот пришел. Колумнея. Посмотрите, какая прелесть. Какая декоративная. Очень классная. Причем я ее загубила, потом спасла из нескольких веточек. В общем, красавица. Это моя гордость. Это хоя финлайсони с красивыми листьями, крокодильчиками. Такая. О, вон даже цветонос есть. Тут уже отцвевшие, уже отпали цветочки. Ой, запах тут от хой стоит обалденный. Церапегии. Так, это церапегия Вуда обычная. Вот такая она у меня тут. Я не знаю, туда не заглядывала, но мне кажется, там что-то им не нравится. Подсыхает как-то. Хоя варигатная церапегия. Такая. Тоже длинная уже выросла. Так. Сейчас закрою балкон, иначе кот так и будет орать. Я обычно просто в новостях с подоконника прохожусь быстренько по всему. А сейчас вам более подробно расскажу. Не знаю, чем будет отличаться это видео, но чуть-чуть подробнее. Так, кислица ДП. Такая вот у меня. Что-то она плохо растет. Ну вот. Два росточка дала. Так, это фиолетовая, которая на пристрое у меня одна осталась. И одна вот моя. Ну, ее можно, кстати, посадить к какому-нибудь растению, чтобы она место меньше занимала. Возможно, осенью буду пересаживать. Хоя Матильда. Смотрите, какие красивые маленькие листочки, кругленькие. И вот она куда-то пошла вместе с этой хоей.
Это Хоя Карноза Little Star. То есть это какая-то разновидность Карнозы. И Хоя Макрофила Pot of Gold, наверное, или Варигата. Такая. Так. Дальше посмотрим здесь. Я прям любуюсь этой Хоей. Красота. Правда, все облила своим сиропом везде. Но все равно красота. Как-то вот повесить надо. Так. Это детка моей, моего ананаса. Вы не представляете, ананас, если он начинает цвести, это обалденно. Сначала он цветет ярким красным цветком. Потом он превращается в маленький декоративный ананас. За этим наблюдать просто волшебно. Поэтому у меня ананас – это один из любимых цветов. Хотя не скажешь, да, что он какой-то такой особенный. Какие-то вот колючие палки. На кончиках они очень колятся, как суккуленты, как кактус. Очень колючие. Но классно он, в общем, когда цветет именно. Так, тут у меня Миконс Филдендрон. Смотрите, какие листочки блестящие. Бархатные, блестящие. Это еще одна варигатная Церапегия. Хоя Акута Епихи. Какая-то Акута, в общем. Так. Ну, Карноза. Вы видели, да? У меня чуть-чуть она необычная. У нее попадаются сплэшные листья. Так. Филодендрон Медиопикта или Бразиль. Ой, вот он. Докуда дорос? Ой, куда-то дальше пошел расти. Я смотрю. Такой вот красавчик. Дальше. Это. Хоя Лобби Дарк Ред. У меня была Хоя Лобби просто, но она, по-моему, померла у меня. А это Дарк Ред. У нее рост пошел туда, вон туда, вон туда, вон туда. Поэтому я ее боюсь доставать. Так. Это Хоя Лакуноза Эскимо Сплэш. Вот такой. Такая вот Хоя. Да даже сплэш, я бы не сказала, что сильно сплэш. Но немножко сплэшки попадаются. Так. Еще одна макрофила, другая разновидность. Это вот эта Pot of Gold, а та, наверное, варигатная. Так, это у меня Хоя Киниджана. Листья у нее обычные, но цветет она очень красиво. Но почему-то у меня редко цветет, хотя, по идее, она вообще цветунья должна быть. Ну, что-то я делаю не так, видимо. Так, это Хоя Дженнифер. Это я помню. Красиво. Смотрите, какие листья. Большие, крупные. Есть еще наподобие Джермани. Ну, вот они похожи, но у них есть отличия. Я очень долго искала их. Нашла, но уже не помню, какие. Так, это традисканция варигатная. Тут у меня растет в налине. Это моя налина. Вот она такая. Туда вот растет. И у нее длинные волосы. Но им пока некуда спускаться. Так, что я вам еще не показала? Хлорофитум Бонни. Вот такой вот. Он у меня на фитиле. Ему нравится. Тут не сильно солнечно. И вот такой кучерявый, красивый хлорофитум. Ну вот, вроде бы, мне кажется, я все показала. Это вот была экскурсия на балконе вам. Да, показала все.
Вот такой вот у меня балкон сейчас. Вот. Если будет время, еще что-то буду снимать. Иногда находит вдохновение. Иногда время появляется. Цветочек упал. Вот. Если получится, буду снимать. Но если буду, вы узнаете, я сниму видео. Логично, да? Ладно, друзья мои, вот такое вечернее видео. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.